Привет. Сегодня идем на Суданскую крепость. Я там просмотр. Генуэзская крепость, она же Суданская крепость. Укрепительное сооружение 7 века нашей эры. Крепость расположена рядом с Судаком и находится в пешей доступности. Начиная посещение Генуэзской крепости в Судаке, нужно пройти через перекидной мост Барбакан. Барбакан – это дополнительное защитное сооружение, вынесенное вперед относительно главного входа в крепость. Попав в Барбакан, неприятель оказывался перед мощными главными воротами. Главный вход образован привратными башнями. Судакская крепость расположена на горе Крепостная, высота которой 157 метров над уровнем моря. Гора является окаменелым древним коралловым рифом времен океана Тетис. Резкие и обрывистые склоны с юга и пологи с севера. Тот вид крепости, что мы сейчас видим, возник уже во времена правления на прибрежной зоне генуэзцев. Крепость включает в себя два яруса стен, сложенных из серого известняка, консульского замка и 14 башен высотой до 15 метров. Площадь крепости около 30 гектар. Весь туристический сезон на территории крепости работает небольшая ярмарка с сувенирами и развлечениями, например, стрельба из лука. Пушки, выставленные недалеко от рынка, не принадлежат крепости, а являются корабельными. Следующая башня Генуэзской крепости, встретившаяся нам по пути, Паскуале Джудиче. Безымянная башня номер 2, у которой расположена небольшая выставка морских якорей. Рядом находится наиболее сохранившаяся постройка Судакской крепости – храм с аркадой. Это культурное сооружение примечательно тем, что за время своего существования успело поменять множество религий и соответственное назначение. Сейчас в храме с аркадой располагается археологическая экспозиция. Недалеко от храма с аркадой располагается смотровая площадка, откуда открывается панорама на Судак, Судакскую бухту, на востоке гора Алчакая, а за ней виднеется в дымке полуостров Меганон. На пути к крепости нельзя не заметить дерево желаний. Консульский замок состоит из башен внутреннего дворика и главной башни донжона.
Генуэзская крепость, она же Судакская, являлась филиалом государственно-архитектурно-исторического заповедника Софийский музей, город Киев. 24 июня 2014 года, после присоединения Крыма к России, на территории крепости создано самостоятельное учреждение – государственное бюджетное учреждение Республики Крым, музей-заповедник Судакская крепость. Посещение территории крепости проводится как в составе организационных групп в сопровождении экскурсоводов, так и туристами самостоятельно. Будьте здоровы, подписывайтесь на канал. До новых встреч!